Всем привет! Предлагаю вам сегодня разобрать вот эти два мешка, посмотреть, что там. Ну что, берем печеньки и вперед. Итак, начинаем с вами с гармонии. Пришла гармония, очень много вкусных цветов. Это вот шоколад. Напомню, здесь 50 шерсти, 50 акрила, 245 на 100 грамм. Такая шоколадка. Рекомендованы спицы и крючки 3,5-4,5. 0,63 цвет. Посмотрите, какой яркий. Это цвет апельсин. Его доставать не буду. Его камера как раз делает таким, какой он есть. Апельсинчик наш. И номер цвета у него 0,68. Сейчас этот цвет модный. Как раз осень. Самое то. Дальше идем по гармонии. Вот этот цвет называется шампанское 0,31. Сейчас я вам покажу. Вот такое вот шампанское. Дальше у нас идет сирень. Я вам его тоже вскрою, покажу. Я же думаю, что вам интересно посмотреть на них, как он есть вживую, да? Вот такой вот цвет, очень красивый, приятный. Сирень светлая, 180 цвет. Вот такая вот она. Этот цвет белый, называется он суровый. 0,1 цвет, это самый первый цвет, который есть в цветовых палитрах. Просто обычный белый, не отбелка, а именно белый цвет. Вот такой вот он. Белый красавчик. Такой зеленый цвет гармонии. Называется он зеленый, так и называется. 110 цвет. Такой вот пришел. Так, ну этот и так видно. Называется он мята, 0,25 цвет. Вживую он, конечно, просто великолепен. Так, ну что еще вам показать из того, что пришло? Давайте я вам покажу, может быть, подиум. Хотите посмотреть на подиум? Вот такие большие моточки. Вот они идут. Сейчас я вам открою. Показать. Один моток, одна шапка. Хотя из подиума можно вязать. Видите, какая нит? Нит. Это просто не ниточка, это нит. А в общем, вот. Такой подиум, такой моток. Здесь у нас в моточке идет. Это светлый беж 006. Такой вот он. 50 шерсти, 48 акрила и 2% лайкры. 125 метров на 250 грамм. Представляете, какая толстая ниточка. Крючки 10-15, спицы от 4,5 до 15. Даже пальто можно связать. Далее какая прям идеалиссима. Шоколадный цвет. Такой вот аккуратный шоколадный. 0,63. Просто тоже. Далее. Такое зеленое яблоко. Липа он называется. Цвет 130. Но я его постоянно зеленым яблоком называю. Он такой вот зелененький, красивый. Потом еще вот такой цвет. Тоже красавчик, видите? Прям идеально он смотрится. Даже через пакетик. Это зеленый яркий 109. Так он выглядит. А еще есть оранжевый. Вот такой тоже, посмотрите, какой яркий. Называется он оранжевый 0,35, так и называется. Так, хоть у нас уже осень, но девчонки все равно просят вискозный шелк. Поэтому этой девочке не хватило. Она дозаказала белый и сиреньку. Такая вот пряжа. Это вот отбелка. Цвет 002, вискозный шелк. Потрясающие вещи летние получаются из него. Здесь 100 грамм мотки идет. 100% лиоцель. 350 метров на 100 грамм моточек. А это у нас идет сирень 0,58. Такая вот она. Дальше у нас идет творческая. Это такой хлопок с эффектом букли. Идеально для вязания деткам, каких-то игрушек, предметов интерьера, аксессуара. 270 метров на 100 грамм, 100% хлопок.
Данный цвет у меня оранжевый 0,35. Такая вот ниточка сама по себе, вот она идет. Пользуется популярностью хлопок такой. Сейчас все полотенца усиленно вяжут, потому что стало модно вязать полотенки. Желтенько, кстати, какая-то уж красивая. Желтый 104. Можно, кстати, банные халатики навязать деткам, чтобы было им хорошо, комфортно. Еще пришел вот такой цвет творческой. Беж темный 00077. И творческая джинса. Безумно красивый цвет. Он нейтральный. 022. Прям красивый такой. Мне очень нравится. И шоколад. 063 шоколад. Вот такая у нас сегодня маленькая распаковочка. Если вы вязали данные пряжи, то, конечно же, я жду вас в комментариях. Пока-пока, мои хороших. Всем желаю отличного настроения.